Zombie apocalypse. Всем привет, мои дорогие друзья, зрители и гости моего канала. Это очередное видео по игре RPBox. Так, короче, за последнее время у нас выкатили кучу обновлений на RPBox. Короче, мы сегодня с вами рассмотрим, посмотрим, что и как. Первое, что у нас добавили, это самое последнее, это добавили планшет. Планшет, здесь профиль. Но, короче, в этом планшете еще ничего особо не работает. Ну, в дальнейшем, как нам обещают, будет телефон работать. Уровни будут. Но пока этого ничего нет. И у меня, как бы, следующий вопрос к разработчикам. Для чего выкатывать вообще сырое обновление? Ну, добавили бы, когда все уже сделали, полноценный функционал. Ну, сейчас смысл, как бы, да, этого... Вот, теперь едем дальше. У нас 6 числа, по-моему, еще прошло одно обновление. Добавили скины, новые тачки, новый интерфейс спидометра, новый интерфейс автосалона. Кстати, сейчас мы заедем, также добавили у нас еще винилом и добавили наклейки на автомобиле. Сейчас мы пока здесь едем в тюнинг ателье, заскочим, посмотрим. Так, ребят, что, как вы думаете, почему я сегодня на вот этой вот семечке? В прошлом видео у нас выиграл вот этот вот комментарий, сейчас он появится на экране, 50 тысяч рублей. В этом видео мы с вами разыграем вот эту вот семечку, но мы ее сейчас заклеим, наверное, поставим диски, чтобы она более-менее нормальный вид имела. Так, заезжаем в тюнинг. Что у нас здесь стоит? Давайте сейчас бронь нет, тормозов нет, второй движок здесь стоит. Фары ксеном, кузов, давай колеса посмотрим. Ну, колеса дорогие я не буду, ну вот эти вот самые вообще прикольные, мне вот эти нравятся. Все, мы, короче, их покупаем, кидаем в корзинку, размер менять не будем, цвет и тонировочку, конечно же, соточку берем, 145 керок с током. Так, винил. Винил, кстати, мы можем выбить только из кейсов. Сейчас тогда выйдем, посмотрим. И наклеечки. Как бы не особо их много. Одна, вторая, третья, четвертая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, 15 наклеечек. То есть вы их выбираете, ну и меняете, зажимаете пробел, меняете размер там и так далее. Цвет, вот 50 косариков, такое удовольствие стоит. Смотри, как получается, да? Блин, ну я не знаю, наклейки это не для меня. Вот такую вот можно шляпу замутить. Ну, не знаю, мне не нравятся наклейки. Поэтому мы удаляем. Летим дальше. Так, выходим, покупаем диски, тонер, оплатить. Вот такая вот у нас бомбическая. Фары включим. Ксенончик. Что, у нас одна не работает, да? Давайте сейчас заедем, починим все. 186 рябчиков, полный ремонт автомобиля. Так, теперь что касается кейсов,
Да, уже забыл. F1. Купить винил. Первый кейс, который подходит на приоры, вазы, газы за 39 коинов. Второе. Ребят, когда если будете вдруг покупать винила, смотрите, на какие автомобили они вам подойдут. Вот, самый дорогой за 300. Пососи у тракториста. Вот, как-то так. Ну, опять же. Так, погнали теперь. Добавили скин. Ой, ёб твою мать, нехай. Сука. Добавили у нас два женских скина. Ну, женские я не знаю, как нам посмотреть. В общем, и 6 мужских. Ну, по скинам, честно, я не помню. Так что мы сейчас просто заскочим в Adidas. Посмотрим, что и как. Какие кейсы. Ой, кейсы, блин, прошу прощения. Какие скины у нас там есть. Мы уже посмотрим. Вот. И условия чуть позже скажу, как вы можете вот эту вот семечку выиграть уже в следующем видосике. Победитель 50 тысяч, который комментарий был чуть ранее, пусть напишет в комментариях, либо свяжется со мной, и я ему 50 тысяч за прошлое видео передам. Так, гражданский, этот был у нас гастарбайтер, был городской гопник. Так, это было. Так, еще добавили. Знакомый с травами. Вот этот, по-моему, новый, потому что я его не видел. 250. Этот был. Так, далекий друг, вот не помню, возможно, это тоже новый. Так, эти были, вот этого, по-моему, не было. Интересное поколение, кризис среднего возраста, как бы утверждать не буду, какие новые добавили, но сейчас мы посмотрим, какие есть, в общем. Так, это был, это, по-моему, тоже был. На каждый день. Вот этого не было. Вот этого, по-моему, не было. Этот был ветеран. Пипец, здесь столько уже скинов стало. Вот этого точно не было. Так, это дипломат. Мясник, блядь, какой-то. Шеф-кулинар. Так. Блин, возможно, их чуть раньше добавили, но я не чекал. Вот этот был самый дорогой. Сейчас вот этот, соответственно, добавили, да? Но вот этот, я знаю, был самый дорогущий. А сейчас самый дорогой наследник управдома. Так, ну как-то вот так. Это что у нас касается... Что касается скинчиков. Так, поехали дальше. Поехали. Самое интересное, в автосалон. В автосалон нам добавили 9 новых автомобилей. Вот. И большая просьба к разработчикам. Не надо добавлять просто автомобили, скины. Ну, сделайте какие-нибудь квесты, челленджи, сюжетные. Чтобы людям было интересно зайти и поиграть. Ну, на мой взгляд, как бы, вот это добавление. Ну, это хорошо, да. То, что выходят какие-то обновления, но когда нет в них ни сюжета, людям не интересно играть. Так, залетаем. Вот такой у нас новый интерфейс в автосалоне. Смотрим, что у нас добавили. Chevrolet из новинок у нас добавили Corvette C6 6-литровый, 300 километров в час максимальная скорость, 405 лошадиных сил. Ну что, погнали на тест-драйв. Кстати, добавили новые звуки автомобилей. Ну, в принципе, неплохо. Шестилитровый у нас.
Ой-о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 й-
Короче, попытка номер два. Сейчас мы максималочку разгоним на нем. Блин, ну, по-моему, слабовато тогда. Слабовато он разгоняется. Опять по стоимости не посмотрел. Так, задний привод дает о себе знать. Или полный это привод. Хз. Так, и три соточки, где мы уже достигнем. Возле поворота, наверное, на БУ. Чуть даже дальше. Ну, слабоват, как бы он в разгоне. В принципе, максималка вроде неплохая, как бы 300. Все, выходим. Стоимость у нас 3 миллиона 500 тысяч. 3 миллиона. Дальше. Тахое. Chevrolet Tahoe. Здесь в трех комплектациях у нас 6,2 максимально. 5,100 ценник. Давайте погнали. Попробуем. Нашел. Блин. Ну, кудит как бы неплохо. Гудит неплохо. Блин, максималку не посмотрел. Ну, сейчас мы разгоним. В управлении получше Corvette намного. Звук вообще отличный. Как считаете? км/ч. Это максимальная комплектация за 5100. Так, выходим. 3600 это 4,8, 5,3, 6,2, 224, 199 и 182. Вот такое. Дальше, что мы имеем? Камара 90-го года, тоже в двух комплектациях, 246 максималочка. Погнали. Попробуем. Опять цену, ну, цену в конце, в общем, посмотрим. Ну, ревет, как Opel Kadett, блядь. Ну, блин, ну неплохо она себя ведет. Скажу я так. Так, максималочка у нас 240, да, по-моему? Так, ценник его в первой комплектации 1 400 000, 2 100 во второй комплектации. Едем дальше. Так, Chevrolet Impala, тоже у нас в двух вариациях. Первый комплект 223 максимальная скорость, второй 3,6 автомат, 251. Так, ну что, погнали. Ох, какой, а! Какой мощный рев. Ну, ревет она вообще зачетно, согласитесь. Напишите вообще в комментариях, какой автомобиль вы уже себе приобрели. Так, и насчет семечки чуть позже скажу, что нужно будет сделать и какое опять будет кодовое слово. Так, а сколько отсюда я забыл? 256, по-моему, да, максималка. Ну, такая на бодрячках.
тачка. Вообще бомба. $251. И управление вообще неплохое. 3 миллиона. Первый комплект 4200. Второй комплект. Так, по шевролюшкам у нас все. Дальше. DeLorean. Добавили DeLorean. Он у нас один. Один комплект. 208. Максималочка. О, на валах движок. Ревет, но не едет. Короче, как двенашка. Ревет, а не едет. Ну, управление неплохо. Управление неплохо. Так. Как реактивный, блядь, самолет. Не меньше. $208 максималочка. Все, тормозим. 208. 3500. Ну, блин, мне кажется, вообще очень дорого. Очень дорого за такой автомобиль отдавать 3,5 ляма. Так, Ford. Добавили у нас Ford Mustang 1967 года. Три комплектации у нас здесь. Максимальная комплектация — это 7 литров. 365 лошадиных сил, 211 километров в час. Его максималка. Второй комплект 187, 147. Ну, блин, вообще такое себе. Слабоват, мне кажется, он будет. Во. Рычит-то как, а? Конь, блин. 1967 год. Так. Управляемость вообще чудо у него просто. И по разгону, ну, такой себе. Ай, не хватает его мощей. Вроде и 300, а максимальная скорость 211. Ну куда она? Пять четыреста. 211 максималочка. Ну, слабенький. Так, едем дальше. Мазда. Первая Мазда у нас на сервере. Это RX-7. 1.3 автомат. 280 лошадиных сил, 250 максималочка, роторный двигатель 1.3 литра. Так, полторашку всего-навсего стоит. Ну, полторашка, в принципе, может даже и достойно. Пач, аппарат, ёпта. Управление отлично. Ревет. Блин, ну сделали бы два глушителя, да? Было бы вообще здорово. Зад был бы вообще зачетно. 250, да, у него максималка? Ну, полтораха, я думаю, вообще отличная цена. Цена, качество — это просто бомба. Так, что дальше у нас? Mazda, Ford был. Mazda, Mercedes. Давайте к Mercedes оставим напоследок. Добавим у нас
Волга 962 года, 21, как ее еще называют. Чайка, черная молния. Ух, клапана уже стучат. Блин, даже ее тестить не хочу. Она не едет нифига. Блин, а что будет ее, если ее полностью затюнить? Будет она бодрая или не будет? Сейчас, короче, вот этот кадр мне напомнил «Мафию». Игра «Мафия». Там тоже наподобие такого, но не «Волга», там какие-то иномарки, «Мерседес» или что там. Давно очень играл. Вот так вот едет, тоже такая погода, зима. И, по-моему, рев точно такой же, как там, нет? Звук двигателя. Случайно не оттуда? Блин, я даже не посмотрел максимальную скорость. 130 км в час? Ладно, высаживаемся. Да, 130. Ну и теперь Мерседес. Что нам приготовили немцы? Где? Мерседес. 6 на 6. 6 на 6 гель. В одной комплектации 5,5 автомат. 160 максимальная скорость. Всего-навсего, блядь, 29 миллионов. 29 миллионов. Максималка 160. Блин, ну в управлении вообще просто супер. Просто супер. Вот бы максималочки бы ему еще. Вот максимальная скорость. Разгоняется. Даже да какой нахрен мы собрались. Вот, вот так его нужно тестить. Вот, подъезжаем. Все, бордюр. Вот он для этого и предназначен, как бы. Вот для этого эта машина и предназначена. Но никак не для трассы. Вот, вот она для чего. Просто бомба. Так, останавливаемся и поехали. Все, изи, бля. Ну мы все-таки его умудрились. Все-таки я его умудрился. Блин, выйдем мы или нет? Все, короче, все-таки умудрился я его повесить. Но вообще проходимость просто у него бомбическая. Ну, 29 миллионов. Куда нахуй? Так. Ой. Так, и теперь, ребят, что, давайте все подведем к концу, и у нас кодовое слово будет ТМУ. Вот, это номер, буквы на номере вот этого автомобиля, который мы с вами разыграем в следующем видео. Я выберу победителя, и случайным образом он получит вот эту бандитскую семерку. Пусть она не фуловая, ну выглядит в принципе неплохо. Как бы за соточку, я думаю, она уйдет легко. А 100 тысяч, я думаю, никому не помешает. Так что ставим лайкос, подписываемся на канал, пишем комментарий. Перед комментарием указываем ТМУ. Самый лучший комментарий заберет вот эту семечку. Все, всем спасибо, пока-пока.